Летом 1918 года в Европе начинается эпидемия гриппа. Время и место появления болезни точно неизвестно. Первого заболевшего официально регистрируют в марте 1918 года в Канзасе. С прибытием в Европу солдат из США болезнь стремительно распространяется во Франции и Великобритании. Пандемия получает название «испанский грипп», поскольку первыми о ней сообщают испанские газеты. За 2 года испанкой заболеет примерно треть населения мира. От 50 до 100 миллионов человек умрут. В Первой мировой войне погибли 30 миллионов человек. Осенью 1918 года испанка начинает быстро распространяться в Латвии. До конца года в Риге заболеют более 3000 человек. В Лепое за месяц умрут 82 человека. Особенно сильно болезнь бьет по сельской глубинке, где нет возможности получить медицинскую помощь. Во многих местах испанка убивает целые семьи. От осложнений после гриппа умрут писатель Фрицис Барда, художник Язеп Гросвальд и многие другие. История никогда не кончается. РУС ЛСМ ЛВ.